Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня сделаю для вас обзор своего заказа по третьему каталогу Avon. Вы меня спрашивали неоднократно, что почему я долго Avon не показывала, ну просто как-то ничего не нужно было, и я не покупала действительно давно, наверное, то ли с декабря, то ли с ноября даже, вот, и в общем по третьему каталогу решила купить, потому что насмотрелась обзоров девочек-трансеттеров, вот Светлана обзор смотрела каталога. Светуля, привет, спасибо тебе большое. Узнала, что с четвертого каталога будет подорожание на некоторые продукты, поэтому решила приобрести в этом каталоге кое-что необходимое для себя. Вот, еще у меня знакомая попросила кое-что ей заказать, и еще там попросили тоже. В общем, получился у меня такой сложенный заказ. Вот, и себе заодно тоже кое-что купила и людей выручила. Итак, давайте начну вам с чего показывать. Заказала мужу по хорошей стоимости, по-моему, 239 ли рублей или... Ой, 239, как-то так. В общем, это выгодно. Гель для бритья, основной уход, 200 миллилитров. Очень нравится моему мужу этот гель. Там все трясется внутри. Интересно. Вот, нравится ему этот гель. Я уже неоднократно покупала. В общем, тоже подарок к 23 февраля тоже, как дополнение пойдет у меня. Ну и вообще пригодится, нужно. Вот, следующее, что заказала я... Вот такая коробочка пришла. Брелок обезьянки называется. Насмотрела еще в новогоднем каталоге. Но поскольку не делала заказ, как бы ради одних обезьянок, я заказывать не стала. А здесь, в общем, они опять появились. Вот такая коробочка симпатичная, маленькая. Вот. Аксессуары, брелочки, бижутерия у Avon хорошая, сделана добротно, поэтому я смело заказывала. Очень мне в каталоге они понравились, эти обезьянки. Это вот есть нетски, да, обезьянки, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Вот, такая восточная народная мудрость. Вот, в общем, такие симпатичные, милые обезьянки. Здесь вот эмаль. В общем, купила вот такой брелочек. Очень классный. Купила его себе. Можно будет вполне смело повесить на какую-то сумку. Все-таки символично. Год обезьяны сейчас у нас идет. Поэтому и такой брелочек будет и не жалко носить даже на сумке. С ним ничего не произойдет. То есть здесь нет никаких ни страз, ничего. А просто вот такие вот фигурки. Вот, в общем, брелочек понравился, очень довольна. Хотела еще маме ко дню ангела купить, там был брелочек ангелок, но его не было в наличии, к сожалению, так что, в общем, я пролетела с ним. Вот, заказала пробник парфюмерной воды, это новинка третьего каталога, сейчас реклама вовсю идет по телевидению. Представляет аромат Прима Балета Илзе Лиепа. Это аромат Прима. Причем у меня подруга живет в Латвии, и у них этот аромат называется Dream. Вот, а у нас Прима. Вот, в общем, это шипрово-цветочно-древесный аромат. Ноты сливы, прованская роза и кедр. Мне аромат не понравился, скажу вам честно. Почему? Потому что я не переношу в парфюмерии розу. Особенно, когда ее много. Не люблю розовую воду, крем с розой, душистую воду, роза. В общем, все, что связано с розой в парфюмерии, я не люблю. Поэтому она здесь отчетливо слышна. Слышна, когда только-только вот верхние нотки еще терпимо для меня, а когда вот чуть уже подольше, аромат очень стойкий, я наносила вот сюда, вот на запястье, действительно очень стойкий, я его еле-еле смыла с себя. Вот, поэтому если вы, конечно, любите розу, то я думаю, что аромат вам понравится, но, к сожалению, он мне лично не подошел. Вот, в этом заказе заказала я себе очень много средств для волос.
хорошая цена была на набор от из серии Planet Spa «Райское увлажнение». За 299 рублей я приобрела вот такую замечательную большую маску для волос с маслом оливы «Райское увлажнение». Вот такая вот масочка знаменитая. Но я думаю, что многие ее пробовали и любят. Она очень хорошая. И также еще шел вот такой вот лосьон. Я ни разу этот лосьон не покупала. Здесь 60 мл и написано, что нужно поместить бутылочку со средством на 1 минуту в горячую воду, намочить волосы, нанести средство на волосы, а затем смыть через 1 минуту, а затем уже вымыть волосы шампунем. Вот. Так что буду сделать в комплексе. Как раз попробую лосьон и масочку сделаю. Я надеюсь, что эта маска тоже спасет мои окрашенные, пострадавшие, поврежденные волосы. Вот. Также за покупки, не знаю, за какие такие заслуги, положили мне в заказ вот такую вот открыточку смешную. Здесь вот такой вот атлет, усач. Вот. И написано 23 февраля, чисто мужской праздник. Такой интересный мужчина. Следующее, что я заказала. Заказала вот такой парфюмерный аромат, парфюмерная вода. Это лак. На Avon Lac у меня есть отдельный обзор. Я поставлю вам ссылочку. Если не видели, то посмотрите. Это мой любимый аромат в компании Avon на сегодняшний день. Второй аромат мой любимый — это Avon Fleur. Туалетная вода. Но вот парфюм — это лак. Это, мне кажется, вообще самое лучшее, что компания выпустила за всю свою историю. Это для меня лично. Я не буду спорить. Потому что у всех разные вкусы. Я знаю, что многим нравится и серия ТТА, и многие-многие ароматы есть хорошие, действительно. Но вот я просто влюблена действительно в эту воду, поэтому хорошая была акция в этом каталоге. При покупке на определенную сумму можно было очень выгодно купить вот такой 30 мл флакончик. Я его с удовольствием приобрела в запас. Вот. Дальше. Также насмотрелась у Светочки обзоры ее заказов. И она очень рекомендовала в пустых баночках тоже вот такую питательную маску для волос, всесторонний уход с органовым маслом. Здесь 150 мл. Здесь идет вот такая незафольгированная туба. И маска выглядит вот таким вот образом. То есть она кремово-силиконовая. Она не явно такая белая, как крем, а кремово-прозрачная, как кремово-гелевая. Действительно, силиконистая текстура. Маски нужно действительно совсем немного. Я была очень удивлена, но на самом деле расход небольшой. У меня волосы вот такой вот длины. И у меня, ну, ладошка ушла как бы. Даже не четвертая часть туба, меньше. Это хорошо, выгодно. Вот, написано, что маска увлажняет волосы от корней до кончиков, придавая им здоровый блеск. Содержит масло органии, провитамин В5 и витамин Е, помогает защищать и укреплять ваши волосы. Они становятся более мягкими и гладкими. В общем, надо нанести, подержать 5 минут и смыть. У меня сегодня волосы после этой маски, видите, блеск можно видеть от окна. И также вот что у меня здесь, на кудрях. Тоже волосы блестят, они мягкие, но гладкости мне немножечко не хватает. Вот, они мягкие, но жестковатые. Вот, но в целом хорошо расчесала, то есть поврежденные краской волосы. И видите, кудри как бы мои все на месте. Нету лишнего какого-то пуха, то есть у меня нигде волосины не торчат. Здесь, в принципе, причесала, как бы все гладко, хорошо. В общем, специально попробовала вчера эту маску, чтобы с вами поделиться своими впечатлениями. Я довольна. Вот, а с четвертого каталога уже все маски идут дороже. Вот, поэтому я запаслась масками в этом каталоге. Купила я еще две маски. Одна тоже из серии Advanced Technics, так же, как и та маска. Пахнет вот та маска очень приятно, и это тоже, как большинство шампуней и бальзамов вот из серии Advanced Technics. Мне, в принципе, нравится аромат этих средств.
И вот эта масочка уже идет у нас с кератином. Мгновенное восстановление для поврежденных волос. Здесь 150 мл. Я думаю, что она мне тоже понравится. Если вы, девочки, пробовали вот такие вот маски, которые я вам показываю, вот эти две, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как они вам понравились, нет. Ну, именно для окрашенных, поврежденных волос, я имею в виду. Вот, и вторая масочка уже тоже, третья вернее, это тоже от Advanced Techniques, но уже из серии BB. И называется она «Секрет совершенства BB». Легкая формула средства воздействует на поверхность волос, делает их более послушными, дарит мягкость и шелковистость. Вот. И рекомендуется нам использовать в комплексном уходе. Эта маска уже идет даже более такая жидковатая. Белая кремовая, но более жидковатая. И аромат, я думала, что у нее будет аромат похож на серию драгоценные масла. У нее такая сливочная, кремовая одушка. Очень приятная, люблю ее. И цвет такой топленого молока этих средств. Очень мне нравится. Вот. А у этого средства, у масочки другой аромат. Вот. И не показала вам эту. Вот это вкусненькая. Это уже более, видите, густая такая. Я думаю, что вот эта маска мне очень хорошо подойдет. Я люблю такие текстуры. Густые, кремовые. Вот, что еще я заказала? Заказала я пробничек по хорошей цене на сайте. Ночная маска для интенсивного увлажнения. В этой маске она такая гелевая, в ней такие шарики голубые. Я все на нее смотрю, но целую я полную версию не буду себе покупать. Мне просто было интересно ее попробовать, что же она такое дает. И липкая она или не липкая, поэтому... За 20 рублей я купила вот такой вот пробничек New Clinical. И нужно вечером равномерно нанести легкими массажными движениями на очищенную кожу лица до полного впитывания. И не смывать. Можно наносить после вашего ночного крема. Вот, в общем, попробую, потом в пустых баночках расскажу. Ну, конечно, не знаю, что я пойму по одному применению, но... Хотя бы просто липкая, не липкая, и что-то разгладит она или нет кожу. Вот, также заказала я все 15 пробников. Вот они у меня, не буду все доставать, показывать. В общем, заказала я все 15 пробников новой помады «Матовое превосходство», которая у нас появится в 4-м каталоге. Но пришли мне всего лишь 11. Поэтому не знаю, когда теперь я получу остальные 4. То есть, если вы хотите, чтобы я только на 11 сделала побыстрее обзор сводчи, вы мне напишите в комментариях, я покажу те, что есть 11. Потому что я специально заказала все пробники, поскольку это новинка. Хотела сделать для вас хорошие сводчи с хорошим светом. Вот, показать все оттеночки. Но, в общем, компания меня вот так вот подвела опять. Вот, в общем, ожидаешь одно, получаешь другое. К сожалению, я, конечно, очень расстроилась, потому что, ну, заплатила деньги и, в общем, не получила то, что хотела. Но действительно старалась как бы для вас, чтобы показать все оттенки, да. Вот, я попробовала сегодня один оттеночек, который называется Ideal Lilac. Вот он. Вот так вот выглядит он в стике. Сейчас покажу вам сводч на руке. Смотрите. У помады кремовая текстура. Наносится помада на губы очень легко и непринужденно. Хорошо скользит по губам. Вот так, когда мы делаем хорошо, как бы тоже губы скользят. Она действительно такая кремовая, но, например, вот на нижней губе у меня вот здесь вот такое проплешина как бы были. То есть мне цвета недостаточно. И вот эта вот линия слизистой и на нижней губе как бы линия видна. То есть она вот так вот как сюда сползает, и потом у нас идет вот такая линия. То есть видно вот эту линию.
Вот, в целом, помада не имеет ни аромата, ни привкуса. Помада хорошая, она мне понравилась, но она абсолютно нестойкая. И я не могу сказать, что она прямо абсолютно матовая, потому что она немножечко такой, как сатиновый финиш дает. Вот, я бы не могу ее прям полуматовой назвать, но не до матовая, что-то вот в таком духе, потому что, на мой взгляд, матовая помада, она должна быть более плотная и, ну, как бы, чтобы покрываемость у нее была поплотнее. Вот, в целом помадка неплохая, покупать я себе полные версии не буду, мне хватит пробников, но в целом, в общем, я попробовала, мне понравилось. Так что напишите мне, хотите вы 11 посмотреть или нет. В общем, если хотите, пишите, я обязательно сниму, покажу. Вот, и еще получила я в подарок от компании за 5 рублей вот такую туалетную воду. Называется она Summer White. Summer White. Вот такой вот флакончик туалетной воды, 50 миллилитров. Причем, вы знаете, очень такая, она пахнет туалетным мылом. Вот, цветочным туалетным мылом. Я эти водички в пробниках тестировала, они мне как бы не очень приглянулись. Вот. Но была удивлена, кстати, вот этой водичке. Попшикала в коробочку, понюхала, вот, и потом почитала нотки. Если я не ошибаюсь, то ноты у нее белая фрезия, жасмин или ландыш, или жасмин. По-моему, жасмин. Фрезия, жасмин и белый мускус. В целом, неплохая такая водичка. Она цвет... Ну, это написано, что это цветочный аромат. Но я не люблю вот моноцветочные ароматы. Но вот это ничего такая. Так что не знаю, буду я сама пользоваться или нет. Но даже вот в качестве подарка очень даже не стыдно подарить, потому что аромат действительно неплохой. Вот, и в четвертом каталоге, ой, в пятом, по-моему, каталоге, потому что мне положили в заказ и четвертый, и пятый каталог. В пятом вот я пирамидку искала, этот аромат можно будет за 205, за 225 рублей, вот эти вот ароматики можно будет купить в пятом каталоге. Вот, и также еще положили мне два вот таких купончика на 600 рублей. Пока не знаю, что с ними делать, но написано, что... Список продуктов, на которые распространяется скидка, ищи в каталоге 4. Ну вот, и, в общем, эти купончики надо будет потратить в четвертом каталоге. Вот, так что, вот такой у меня небольшой заказик получился. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть. Если обзор понравился, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока.